Всем привет! Вы смотрите «Парфюмерный блог». С вами Алексей. И сегодня мы поговорим про новый женский аромат от марки Kenzo – Kenzo World. И прямо сейчас мы послушаем аромат. Аромат, на удивление, получился удачным, хотя многие говорят, что аромат не очень, но лично мое мнение, что у Kenzo давно подобного ничего не выходило, потому что все ароматы типичные, однообразные. Этот же аромат вызвал у меня интерес. Получился он очень такой фруктовый, ягодный, цветочный, слегка древесным оттенком. Три основные ноты, которые входят в парфюм, это пион, это египетский жасмин и амброксан. Пион придает аромату более цветочный оттенок, египетский жасмин придает ягодный оттенок и, конечно же, амброксан такой сухой и немножко древесный. Большой интерес к этой туалетной воде вызван не самим ароматом, а его рекламой. Также хочется отметить необычный дизайн этого аромата. Это форма глаза и жемчужины. Аромат вышел в концентрации парфюмированная вода и представлен в трех объемах – 30 мл, 50 мл и 100 мл. Цена от 80 долларов. Ну, я напоминаю, что вы смотрели парфюмерный блог. Помните, что аромат – это музыка тела. Всем пока!